Здорово, народ, с вами Коди. Как ваши дела? Сегодня поговорим о том, о чем меня чаще всего в последнее время спрашивают. Это когда-то я снимал видос о сервисах для стримеров. И там фигурировал у нас Azenoscope, Afinoscope, как хотите так и называйте. В общем, сервис, который делает автоматические клипы для стримов, то есть на Твиче. Вот. И люди, кто смотрят это прошлое видео, пишут в комментариях о том, что чувак, Azenoscope не работает, что делать. Либо люди, кто уже пользовался им, хотят им воспользоваться, а сайта не существует. Его удалили, его нет. И чуваки, кто этим сайтом занимался, занимаются теперь другими какими-то делами, что-то новое разрабатывают, все такое. И люди спрашивают, есть ли какая-то замена, есть ли что-то похожее. И все похожие сайты потихоньку почему-то отъезжают. Видимо, это не пользуется спросом, либо еще что-то. Ну, короче, все похожие сайты куда-то пропали. Mobcrush пропал, Azenoscope пропал. Еще там пару сайтов, я даже название не помню, что-то там, клип, что-то там. Короче, все эти сайты почему-то пропадают. И совсем недавно я натыкаюсь на сайт, который очень похож на Azenoscope. Я сначала даже подумал, что это он, только немножко в ребрендинге, но нет, это не он. Сайт называется Season. Когда вы на него зайдете, он очень похож на Azenoscope. Нам тоже говорят, что есть разные виды игр, где мы делаем клипы и все такое. Тут потом еще новости сайта есть, но сам факт то, что этот сайт делает клипы, там смерти ваши, победы, когда вы делаете даблкиллы, когда вы умираете, когда вы нокаете, ну короче, делаете ассисты, короче, все это он сам нарезает из вашего стрима, вы можете сделать нарезку, либо загрузить в TikTok, YouTube, неважно. Короче, этот сайт вроде как справляется. Но тут есть такое, то что Azenoscope работал только с Твичом, а Season работает еще и с Ютубом, так что это тоже хорошо. Заходим в наши настройки, мы можем привязать YouTube, Twitch, удобно. Потом можем привязать TikTok и Twitter, чтобы это все сразу туда отправлять. И также можем добавить какого-то нашего помощника, кто это будет делать без вашего ведома, если у вас такой человек есть. В общем, как-то так. Теперь давайте зайдем на сам сайт и зайдем в дашборд. И поговорим о плюсах и минусах. Плюсы. Оно в целом работает. И все. Минусы. Тут их, в принципе, много. Скорее всего, я сделаю такой прочерк. Я просто сейчас буду рассказывать, что я заметил. В общем, нахожу этот сайт. В то время как раз-таки начался бета-тест The Finals. Вот, мы в него поиграли, все классно. Мы заходим сюда под своей учетной записью. И здесь будет пусто. Нажимаем Refresh. Он анализирует то, что у вас сейчас есть на ваших каналах, либо YouTube, либо Twitch, и выдает вам все ваши стримы. И вы можете их редактировать. Допустим, у нас вот есть The Finals. Я просто буду рассказывать, что я заметил. У нас есть The Finals. Конечно же, в категории игры ее нету. Давайте нажмем сюда, и мы можем выбрать Overwatch, там Call of Duty, Valorant, Apex, Fortnite, еще раз Warzone 2, Rocket League, Dota, Apex, Dead by Daylight, PUBG Mobile и все вот это вот прочее. И этот перечень, он расширяется. Можете зайти к ним, например, в Discord, и там у них есть список, то, что они собираются добавлять и прочее вот такое. Но сам факт то, что оно расширяется, это хорошо. The Finals тут не было. Я думаю, ну, давай поставим Overwatch, там же похожи всякие там метки, что-то там такое. Я, короче, нажал Overwatch. И в целом, да, он мне сделал клипы. И половина из них немного всраты, потому что, скорее всего, искусственный интеллект, который там у них нарезает, да, все эти ваши клипы, скорее всего, он реагирует на какие-то метки. То есть это красный прицел, когда вы стреляете, либо вылетающие цифры урона. То есть как-то он определяет, что это что-то произошло на экране и делает из этого клип. И вот половина из этих клипов, они просто, например, ты бежал за челом, дал ему две пули, и он у тебя убежал. И по сути, вот он, раз, клип. Типа, ну нахрен такой клип нужен, да? И поэтому половина клипов тут срата. Возможно, это из-за того, что не соответствует категории игры. И он неправильно брал метки. Ну, например, возьмем вот первый клип, он нормальный. Допустим, нажимаем посмотреть, и нам что говорят? Пошел нахер! Оно в целом-то не работает. В общем, что-то нужно на гитхабе, наверное, сделать, чтобы оно работало, но не суть не в этом. Я выхожу, нажимаю загрузить, он в принципе скачивает мне эту хрень, и мы можем посмотреть, что все работает, как бы клип есть, и он нормальный. Вот так вот качаете все клипы и просматриваете, либо делаете рекомендацию, то что здесь прописано, я этим заморачиваться в принципе не стал. А потом выходит новый сезон в Fortnite. Я залетел, посмотрел, классно, зашел на сайт, обновил, появился у меня Fortnite. Я захожу, нажимаю
категорию игры, допустим, вот так вот нажимаем, выбираем, например, Fortnite, нажимаем ОК, он говорит, что да, и здесь у меня почему-то появился выбор языка, типа французский, английский, немецкий там и бла-бла-бла. Русского не было, я выбрал английский, нажал ОК, сабмит, все классно, и он пошел, типа, нарезать это все, да? Я буквально закрываю сайт, потом проходит, может быть, час, я захожу, он мне выдает вот такую вот ошибку. И типа тут написано что? Правильно. Мы ничего не нашли, извините, типа. И получается, клип из Fortnite он мне не сделал. Мне такое, ну ладно, возможно, там может как-то по языку, либо может быть еще Fortnite, типа новый сезон же обновился, там новые метки, чего-то. Ну короче, не работает пока что. Думаю, ладно, окей. Потом я попробовал поиграть просто Fortnite без стрима. Записал катку, ее же сюда залил вручную. Тут можно загрузить свои видео и из них сделать клипы. Также вот захожу, выбираю Fortnite. Опять же, захожу, выбираю Fortnite, окей. И здесь нам говорит, точно ли Fortnite? Ты говоришь, да, окей. И он тебе начинает опять делать клип и опять выдает мне ошибку. В общем, The Final, с которой игры нету, но при категории Overwatch он тебе что-то нарезал. Игра, которая у них поддерживается, она есть, он мне не сделал ни одного клипа. В общем, как-то так. Я этот типа долго не тестировал, да, там пару-тройку дней попользовался, посмотрел, что да как, и вот пытаюсь вам об этом рассказать, чтобы вы знали. Те, кто будет этим пользоваться, напишите свой фидбэк, получилось ли у вас, нарезал ли он так, как вам надо, либо тоже выдает ошибки, чтобы примерно понимать, у меня это какой-то баг, либо еще что-то. Ну а у меня, в принципе, на этом все. Не забывай на канал подписываться, залетай на стримы на Твиче, залетай в Телеграм. И всем до скорых встреч, народ. Не болейте. Пока.